Леденцовые петушки для детей за правильные ответы. Какой праздник отмечаем? Какие цвета в государственном флаге России? Подсказки на каждой щеке ребенка. До розыгрыша маленькие патриоты нарисовали триколор на лице. Кульминация праздник – розыгрыш самой честной лотереи. Первый приз – пакет черешни – выиграл номер 48. В акции «Куриный переполох» 5 победителей. Два лотка достались Нине Зориной, участнице розыгрыша и солистке хора. Я утром купила, пришла, теперь выиграла. Мы все очень любим этот день. И Россию любим нашу. Билет Людмилы Вышемирской не выиграл в лотерее. Ее гарантированный подарок – грамота за организацию праздника. Ходили по квартирам, оповещали, приглашали, написали объявление в городке, повесили везде. И постарались, чтобы люди пришли. Пришли и выиграли. Продовольственные пакеты с овощами и главный приз – курочка – улетел с номером 4 к праздничному столу в День России. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа регион.